Говори. Ну, сначала как зовут? Все, меня зовут Веретельникова Анна. Я сейчас сделаю это, честное слово. Давай. Я вообще сильный человек, наверное. Мне мама говорила. Нужно раз, два, три? Да. Да хоть как. Да хоть в пяти сразу. Хоть один, два, три. Хоть три, два, один. Можно просить веревку. Да без проблем, я всегда это делаю. С тобой я не полечу. Ребята, все мои, привет. Девчата, верни. Я не могу, честное слово, я не могу. Подожди, она только что говорила, честное слово, я прыгну. А сейчас, честное слово, не могу. А где же там? Ну, давайте там на цене. Давай, три, два, один, пошла. Я знаю, что я ссыкло. Ну, тогда могу подтолкнуть, если хочешь. Тут ракету же не получится, да? Только будешь спиной лететь. Слушайте, ну правда, я что-то, я прям... Спарту, говорит, надо. Рискнуть что? Рискнуть и прыгнуть. Ну, все, ладно. За родину. За старину. Так нельзя говорить. Простите меня. Там ты сразу прыгнешь. Ну, дойти сначала, там, все же будет хорошо. Угу. Напутственное слово, все же будет хорошо. Будет все отлично. Будет даже лучше, чем хорошо. Не-не-не-не-не-не. Она и так стрёмненькая. Прыгай, прыгай. Да прыгай, 3, 2, 1 и фью. Не страшно. Раз. Два. Не могу прям. Давай, 3, 2, 1 и пошла. Давай. Я уже всех раздражаю. Давай, 3. Не надо считать. Хорошо. А ты как думал, будет легко? Не держись руками. Изначально, да. Не держись руками. Прыгай. Все, чтобы они тебя не останавливали. Да. Ну еще, представь, что ты... Прыгай, давай. Сильнее моих сил. Она не зацепит меня, да? Нет, у нас сбоку будет. Сейчас прыгнешь, потом внизу еще сама на собой ржать будет. Я знаю, что я буду, но нужно решиться, я никак...